Всем привет! Сегодня у нас 16 января. Сборная Хакасии поехала на Сибирский федеральный округ, город Иркутск. Грузимся в поезд. На заднем плане такая вот яркое табло. Поэтому сейчас мы поедем в Иркутск. 372 суток. Удачи нашим спортсменам. Мы будем судить судьи. Думаю, все будет хорошо. Ждите следующих новостей. Приехали в Красноярск. Время 7.21. 7.41. Красноярск мы буквально пролетаем. До посадки у нас где-то минут 30 осталось. Еще не знаем даже, где у нас стоит наш поездочек. Вокзал Красноярска. Все в мраморе красиво, ремонт сделали. Сборная Хакасии едет в поезде, трясется вторые сутки на втором поезде. Кто-то вот кофе пьет, кто-то дрыхнет, кто-то делает вид, что ката учит. Здесь тоже основные спортсмены все делают вид, дрыхнут. Готовятся, так сказать, морально и физически к боям. Кто-то специально палец на соревнованиях сломал, чтобы не драться. Неправда. Правда? Нет. Да конечно, конечно, наговорить сейчас. В общем, в принципе, поезд, вагон полупустой. Вагон, кстати, новый, образца. Туалеты. Два туалета в той стороне. Био. Все как надо. И даже здесь душ можно принять за 150 рублей, кто хочет. Едем в Иркутск. Сегодня, точнее, завтра утром в 3 утра будем в Иркутске. Вот такие вот сейчас биотуалеты в поездах, в новых вагонах. Биотуалетик. И рядом второй туалет. Двери прозрачные. Плацкарт, точнее. Вот так вот едем, шатаемся. Вот так вот черногорские бойцы едут. Чемпионат Сибири. Мастерок. Не могут себе даже заправить постели красиво. Никита со стыда спрятался за подушку. Но мы-то знаем, кто там. Мусихин. Кто-то спит. Прям как бомжара. Это позор. Вот так вот едут ребята. Побеждать врагов. Незакаленные. Наоборот, закаленные. Закаленные. Ну, значит, поедем изнеженных. Изнеженных поедем бить. Конечно. Так вот, готовятся к соревнованиям. Прямо в поезде. Кто хочет, тому ничего не мешает. Три. 21 прибыли в Иркутск. Нас, по идее, здесь должны встречать, но пока что никого не видать. Молодежь наша невыспанная готова к поединкам. Сейчас, надеемся, уедем в гостиницу, чтобы можно было немного доспать, потому что сегодня сна не получилось, как вы понимаете. Ходили, бродили. Приехали в гостиницу, нас встречали по высшему разряду, черные пояса, привезли нас на иномарках, сервис по полной, гостиница веселая, красивая, на набережной, недалеко, как раз стадион Труд, пойдем устраиваться. Все у нас. Кидали по номерам. У меня 504. Отель очень большой. Иркутск. Все, конечно, здесь шикарно. Даже есть елочка. Даже елочка есть. Наши ребята, спортсмены, готовы к труду и обороне. Пойдем селиться в номер. Вот такой вот здесь
веселый лифт в иркутском отеле, весь в зеркалах. Весь в зеркалах. Красота. 504 номер у нас. Пойдем в него. Но отель очень большой. Можно сказать, огромный. У нас 5-й этаж. Я надеюсь, у нас вид на набережную. Сейчас посмотрим номер. Такой вот отель интересный. Ванна, конечно, здесь шикарно. Ух ты, халатики есть, ё-моё. Зеркала, все. Джакузи только нет, да? И вот такой вот номер. Телевизор, не знаю, кондей, шкафчик. Две кровати. А это стены с камня, видать. И такая вот картинка веселая. Иркутск. 1910. Мы были в спорткомплекс. Труд. Ребята наши готовятся к мандатной комиссии. Вот так вот проходит мандатная комиссия. Спортсмены готовятся, готовят свою броню. Будут сейчас взвешивать контроль веса и маркировка брони и так далее, проверка документов. Вот здесь вот у нас с вами проходит мандатная комиссия. Ребята, как видите, много спортсменов. Мандатная комиссия будет проходить весь день. Начало мандатной комиссии уже, по-моему, с 10 утра идет. И практически до самого вечера. Вечером будет судейский семинар обязательно для судей. Проверка всех документов, проверка физических данных, веса, обязательно контроль, проверка брони, снаряжения, доги, нашивка на спину, номер, который присваивают каждому спортсмену. Процесс такой длительный, затяжной, но необходимый. Практически как призывная комиссия в армию. Всех наших спортсменов можно смело брать в спецназ. Ребята пройдут любую физподготовку, любую физнагрузку, спокойно сдадут на любые береты и будут защищать рубежи нашей Родины. Смотрите, как кушают саиногорские дети. Вообще ничего не едят. Посмотрите, это сказал как председатель Республики Хакасия. Да. Ну, посмотрите, как кушают. О, кидарята, черногорские молодцы, хорошо кушают. Ну, помашите. Да не вилкой. Вы что ты, Никита, застеснялся так? Господи. Как наша дивизия. Саиногорские ребята. Вот, это шашлык по-нашему. По-нашему. Приятного аппетита. Скромный, все голодные, со вчера не ели с поезда. Артём Владимирович. Артём Владимирович, судя по всему, нифига не на диете, две котлетки. А, отлично. Урицкая улица Урицкого. Обратите внимание. То ли грифоны, то ли кто, не могу понять. Пешеходная улица, в основном сзади, видите, Эйфелева башенка маленькая, небольшая. Ювелирные магазины, бутики различные. Рай для девушек и женщин. Народу много ходит. Погода прям шикарная, нам повезло. Каких-то минус 5 градусов. О, типа Эйфелевой башни. Юрий Александрович ходит, машет. Я здесь учился 5 лет, вспоминаю, как я здесь рос. Вот кто-то здесь жил, весь город знает. Мужчина на саксофоне играет приятно в натуралочку. Юрий Александрович пожертвования внес. Здесь какой-то детский континент. Но вообще, честно скажу, здания такие все старинные. Прям старинные, там 100, 150, 200, наверное, лет. Зашли в старую часть Иркутска. И чувствуется вот эта вот история. Люди здесь другие, какие-то спокойные ходят. И на лицах, ну, нет такой злобы, что ли, как у нас. Вот много ездил по стране, стараюсь ездить, и везде люди разные, взгляд у людей разный. Путешествуйте, это самое лучшее, что вы можете купить за деньги. Вот такой вот
фасад дома нашли. Вставай, проклятием заклейменный. Весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, чтоб свергнуть гнет рукой. Ой, дальше я не помню, слушай. Это интернационал. Воевать свой добро. Горе и куй смело. Да. Владеть землей имеем право, но паразиты никогда. Если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. И последняя верхняя. Пока железо горячо, это есть наш последний решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Лишь мы работники великой всемирной армии труда. Едут и едят наши спортсмены из Хакасии. Александр стесняется. Угу, пацаны. О, двумя ложками наяривают. О, еще один спрятал. А ты что не ешь, сверху сидишь? А я уже поел. Все с чемали уже. Пузы набили. А где ваши кубки-то все? Наступай, у вас натуга наблюдателя. Не понял. Что у меня? Натуга наблюдателя. Все, приехали. С Иркутска в Красноярск. Сейчас будем. Вот наши спортсмены идут. Сейчас кто-то остается в Красноярске. Александр, попрощайся. Пока-пока, всем говорит. А мы едем дальше с ребятами в Абакан. Там уже будем отдыхать, восстанавливаться, готовиться на Россию. В Красноярске, в принципе, нас даже на удивление встречает более-менее теплая погода. Морозов нет, и это радует. Остался небольшой рывок. Красноярск, Абакан. Вот инструктора Хакасии. Мы доехали до Красноярска. Сейчас мы обсуждаем поездку в Москву. Спонсоры, прошу откликнуться. Наших ребят нужно вывести на всероссийский уровень, а летом отправить их в Анапу, да, мы обычно лезем. Хотим ездить всю жизнь, да? В общем, собираемся мы ехать вот этим составом инструкторским. Мы собираемся ехать судить все уровни соревнований, вплоть до мировых.